Саша Гоумелб. Константин, у меня единственный вопрос, как вы себя чувствуете? Все остальное не стоит нашего внимания. Вы легенда, как Новодворская. Спасибо, что вы есть. Спасибо, Саша. Я чувствую себя хорошо. У меня занят сейчас iPhone, я на него пишу. У меня там показан график нагрузок, которые я на себя взвалил. Для того, чтобы быть поздоровее, я сейчас нагружаю себя очень серьезно. Там по 20, 30, 40 километров проезжаю на велосипеде. Зарядка, упражнения, прыгаю, бегаю. Делаю все возможное, чтобы у вас была возможность меня слышать, слушать. Была операция в начале года. Ну вот, ликвидирую остатки этой операции. Вроде все хорошо. Как говорится, вашими молитвами.